Осень золотой листвой раскидала запахи. Помню, как-то шел домой с вискарем за пазухой. Итак, здравствуйте, господа. Это экспериментальный формат «Гуляем с виски». И прекрасное осеннее воскресенье сегодня. Я не знаю даже, в какой руке держать лучше камеру. Камера сегодня тоже у меня экспериментальная. В формате широкоугольном снимает. Вот, в общем, гуляем с виски. Прохожий разбегается в страхе. Мой подписчик с очень трудно произносимым ником Килюминистея. Очень сложно. Килюминистея. Извини, братан, если я неправильно произношу. Тут надо транскрипцию указывать. Давно мне, просил обзор на Glenfoyle. Glenfoyle, конечно, я пил. Это такой бюджетный довольно-таки виски из Бристоля. И он еще Килбиган просил, но Килбиган я пока не очень хочу, потому что я его пил, он мне понравился, и я не хочу повторять. А вот Glenfoyle я пил, я не помню, в принципе, каков он на вкус. И поэтому можно попробовать. В формате гуляем с виски, я думаю, нормально, можно попробовать. И сегодня, в общем-то говоря, вот он, виновник торжества, Glenfoyle. Finest. Дешевый бленд из Глазго для сети Бристоль. Не ожидаю ничего от него хорошего. Ну, так уж получилось. Надо пробовать, я считаю. Надо пробовать. Формат гуляем с виски подразумевает употребление напитка из горла. Ну, я так решил. Почему бы и нет? Пахнет, в принципе, неплохо. Пахнет хорошо. Пахнет виски. Вообще из Бристоля мне, из дешевых нравится Клансман. Я не делал на него обзор. Но виски хорошие. Виски хорошие. Очень красивые птички. Можно его фотографировать. Но потом. Сейчас руки заняты. Вот как я это себе подразумевал, я не знаю. Как я это буду употреблять? Рука уже устала. Ну что ж, попробуем. Пахнет хорошо. Между прочим, горехвостка пролетела, да. Очень красивая птица, никак не могу ее сфотографировать. Что могу сказать о виски? Виски такой себе. Очень много карамели, но он мягкий, конечно. Очень много карамели. Ну, я не знаю, чувак, вкус невыразительный, я не знаю. Для 9 утра, воскресенье, вкус очень невыразительный. Но в то же время мягкий, ванильный. И вот, допустим, если брать с колой, он будет хорош. Продолжаем гулять с виски, мы гуляем с Glenfoyle. Все прекрасно. Мы находимся в очень интересном историческом месте. Возможно, и стоило так продолжить этот видос. Это раньше здесь заходили корабли для ремонта в годах где-то в 1700-х, где-то, 18 век. Здесь стояли корабли. Вот Дрозд не даст соврать. Место красивое. И вот мы идем дальше.
никак не могу закончить этот потрясающий влог «Гуляем с виски», ну, потому что прерывается запись. Монтировать буду долго и мучительно, чувствую. В общем, что еще хотел сказать о виски? Это же... Ну, самый известный виски от этого производителя – это White & Mackay. White & Mackay – это хороший виски, прекрасный виски. Он раньше стоил... Ну, не знаю, он сейчас в магазине, к сожалению, пропал. Он сейчас может стоить сколько угодно. Но раньше стоил 800 рублей за 0,7. И это был прекрасный виски на вечер, с колой, там, с чем угодно. Я пил его чистым, конечно же, потому что, блин, виски был классный. И это тот же автор сделал Glenfoyle для Бристоля. Возможно, дистилляты были те же, но купаж, конечно же, другой. Вот, и... Ну, Glenfoyle что-то, я вот сейчас попробовал, да, что-то напоминает... White & Mackay. Но он стоил 800, а это стоит 600 за 0,5. Тот стоил 800 за 0,7. То есть, ну, как бы вы понимаете. Вы понимаете, если есть White & Mackay оригинальный, то лучше брать его, потому что, ну, вот потому что. Этот проигрывает, конечно, проигрывает. Вот, и мы ходим по лесу с прекрасными дроздами-рябинниками, которые орут неистово тут. Ну и в целом, для прогулок, для прогулок, конечно, это для определенного рода извращенцев, как я. Ну и для посиделок с девушкой, с колой. Блин, хороший виски пойдет. И пойдет. Ну что я могу сказать? Не пейте много, пейте вкусно. Пока-пока.